Сегодня, друзья, история группы Худуэй. Прям зачитывать будем. Поехали. Нестор Александр Худуэй родился 9 января 65 года в Тринидаде, в семье нидерландского океанографа и тринидадской медсестры. После развода родителей в начале 1970 года с отцом переехал в Европу. Окончив начальную школу и интернат в возрасте 9 лет, он переехал в Соединенные Штаты к матери. Окончил среднюю школу в городе Мэриленд, штат Мэриленд, в 1983 году. Увлекся творчеством Луи Армстронга, что побудило его научиться играть на трубе. Нестор сформировал свою первую группу, которую он назвал «Шансы». Проявлял активность в школьных джазовых, маршевых, симфонических и эстрадных ансамблях. Рассказывая любовь к музыке, Худуэй выполнял небольшие роли в кавер-группах. В то время, когда он изучал североамериканскую историю от первых монголоидных поселенцев до Америка Версучи в 15-м столетии в университете Джорджа Вашингтона. Вашингтон, округ Колумбия. В 1989 году в возрасте 24 лет Худуэй вернулся в Европу и обосновался в Кёльне, Германия, где он начал играть в американский футбол как нападающий в кёльнских крокодилах немецкой футбольной лиги, а также подрабатывал как хореограф, продавец ковров, занимался написанием музыки в свободное время. Самый большой успех выпал в 1993 году после встречи с Тони Хендриком, известным музыкантом, продюсером из Count Records, а-ля Карт, Bad Boys Blue, Hand, Silent Circle, London Beat. Дебютный сингл What is Love, вот именно этот сингл, в 93-м занял первое место в чартах практически всех стран Европы, Азии, Северной и Латинской Америки. Последующий сингл Live, I Miss You, Rock My Heart закрепили за Худуэй славу одного из самых популярных евроденс-исполнителей. Дебютный альбом Худуэя был назван порталом All Music одним из лучших танцевальных альбомов первой половины 90-х. Во второй половине 90-х интерес исполнителя стал постепенно угасать. После выпуска третьего альбома Let's Do It Now, 98-й год, Худуэй оставил как Count Records, но выпустив два диска других рекорд-лейбов, My Face 2001, Love Makes 2002, музыкант вновь вернулся к своим первым продюсерам Тони Хендрику и Карен Хартман. Интересным напоминанием миру о его творчестве стал фильм Night at the Roxbury. Я не смотрел, Roxbury. Снятый в студии CBS субботним вечером в прямом эфире в 1999 году, в котором композиция What is Love используется как центральная тема. В 2008 году совместно с доктором Албаном выпустил видеоклип I Love This 90s. Кстати, вот эта песня считается у многих одной из лучших, но я считаю, что нет. В том же году планировался альбом Crocus Fight, 14 треков. В поддержку альбома был выпущен сингл Follow Me 2007. Сам альбом был отложен на 2010 год, в итоге не был выпущен. В 2010 году его суперхит What is Love стал сэмпл для сингла Eminem Lil Wayne No Love. Да, это классная песня. Принимает участие в ежегодном фестивале 90-е, стейдж выступал совместно с доктором Албаном. Личная жизнь. Нестор Александр Худуэй, кроме увлечения музыкой, снялся как актер в фильме School Out, занимался скоростными автогонками, к примеру, участвовал в Porsche Cup. Фитнесом, гольфом в настоящее время Худуэй живет в Кубине, Австрия, также имеет дом в Кёльне, Германия.